Так, чудо-творожок, значит, кидаешь лапки на всех, просто на всех, что видишь, ебать. Чудо-творожок Лапкина. Сделано. Блять, мага нету, да, ебать. Мага нету, да. Ну, а, у нас афлик есть, ебать. А ты откуда знаешь, что у меня лапка есть, алё? Ну, лети, покупай. Так, я активировал. Давайте. Я уже кинул, алё. Да, сейчас можете не бафаться. Сейчас пойдем. Ну-ка, суманите, малага. Я могу и каски раскидать, если надо, нахуй. Да, ты... ХП, иди билд переделывай. Делай с массой сокрой, это во-первых. Будешь каски всем раздавать. Скиньте ему билд нормальный. Кто он есть? Дай камень на КД. Есть маги у нас? Бля, и мага нету. Ну лети пока так, делай это, да. Протанешься, а мы пока... Не знаю, голос, да, или камень. Садитесь по тачкам, идите чистить. Садитесь, кто умеет, где кто хочет. Вообще сейчас похуй, кто куда умеет. Я байки чисто мне. Ты в мороге, да? Хантер, напиши плюс-минус. Вот, заебись. Ну если что, подвинешься по шмоту. Я думал, что, ачивку делаем? Важно. Да, нахуй. Взлет. Армагеддон. Пойдем это, сагрим сразу у босса мобов, они их убьют и остальные свейдятся. Давай, ты поправил. Просто вы поедем, типа, вообще на похуя, главное больших ломайте и все. Бля, а че ачивку не сделаем, Кармагеддон? Да нахуй она тебе нужна, заебешь. Да там соберете потом, можете сами даже и убить их там. Да, но мотоцикл в одного делается. Ну вот, типа, ты собрал? Все, теперь назад ты поехать. Пойдем. А, ну и похуй. Да едьте, просто едьте, по пути так ломается. Лайк, погнали. Вот эти вот, хотя бы какие-то башни сломаете. Сейчас будут такие лаги, нахуй. Блять, я FPS улучшил, нахуй. У меня уже нихуя не улучшится, блять. С помощью программы. Их как-то закрутить надо. Еще мотак шотнут сейчас. Их надо убить как-то волной, нахуй. Ты где? Давай едь ко мне сюда. Я не вижу, где ты, блять. Вы, блядь, сейчас эти трофейки, нахуй. Все, сейчас я пошел чиниться, пизду. Пизда, блядь, кому-то. Давай, Слайк, поехали к ним, поехали к ним. Или еще помансим. Все выполнено, нахуй. Пошли к ласту. Ну так это я выполнил, ебать. В смысле ты? А я тебе что, блядь, тут... Нихуя не знаю, у меня мотак взорвался. Стой, подбери меня в люльку, ебать. Быстрей, Славик, быстрей, блядь, Славик, ныряй. Все, поехали. Пуляй дальних, они сейчас просто... Да. Вон дальних пульни, они сейчас их это убьют. Не чинит, ну КД там, минута. Починила. Починила, ебашим. Я русский, Славик, отвечаю нам. И билд взять с сокрой, куда кидали? Все, просто чисто едем, пацаны. Мы не кидали пока. Нихуя какая толпа, я не был. Зайди на сайт Ладомира и возьми у него билд. Ты видел, какая толпа бобов, ебать? Что у него за сайт? Ну, на Сирус. Сирус база данных. Ты кинь лужу, чтобы они замедлялись, это большая пачка. Бать, лужу нельзя кидать. Не в ту, а в другую. Вот в эту пачку кидай. Да уже нахуй. Там можно все кидать. Нет. Блядь. Чуть не краснулся нахуй. Почему? Ну ебать, у меня один FPS достал. Да там мобов миллион нахуй. Бля, спасайте Славика, он мотоцикл свой разбил. На мотоцикле чисто байкер разбился. Отвечаю, я видел. Просто заебашили, да? Я ж говорю, ачивку как делать нехуй тут делать, нахуй. Ну да, в одного она делается, в мотоке. Все, боссы запустили. Все, слазим. Ну я буду сидеть, бля, сейчас вас нахуй убьет. Так, что одного малага закинем тогда? При этом поломаем. Малага? Нет, зачем? Мне тут тоже закинется и все. Да, он один там сломается. Ну-ка давай, Вой, садись. Ты в первую машину. Вот я к тебе сел. Эйфорина, садись во второй, ты же умеешь. Сейчас, подождите, у меня какой-то ачивки тут не хватает. Какой нахуй ачивки?
Ладно. Ну-ка, только вы всегда наметите так. Давайте быстрее, ебать, сели, заехали. Че вы там стоите? Все, по танкам расселись, ко мне один человек, который умеет собирать. А, стоп. Малак. Малак, загрузись, и еще кто умеет собирать колчеданы. Ебать, у вас так. Звездочку. Короче, 10 таков наберешь, я тебя заправлю и полечу. Типа, я не. Или я не хочу спула закидывать. Хуйня полная. Мне вообще похуй. Так как бы, какая разница? А, я создал саботи, если что, ребят, но вот тут. А, ну так. Тогда малак. Один разобьет. Ну, я говорю, малага одного закинем, он там сломается. То с первого, то со второго статика. Дай помощника, чтобы я это готовность проверял. А этот чоппер еще загоните. В осадку, во второй кто-нибудь в пушку сядь. Валер, ты будешь жить? Можешь прийти, нет? У нас еще Хапау стоит в Агримаре, спек делает. А, да, да ничего я не делаю, не могу найти этот спек. Блядь, ну как... Блядь, я сейчас скину в личку ссылку, подожди. Естественно, долго. У меня все зависит то от же того, самое. Я не знаю, когда смогу, не смогу. То же самое, ветки хэпала, просто в ветке протопала, берешь до божественного стража и улучшенный божественный страж. Поиск по базе, нахуй. 4 в броню там кидается, по-моему, усиление брони. Дайте ему быстрее. Ладно. Мы уже босса хотим хуярить, я имею в виду. А, база данных-то, пацаны, не алло, нахуй. Да алло, алло, блядь, она. Берешь статистику, ПВЕ, Лодомира и все. А, точно, блядь. Статистика, ПВЕ и прогресс. Да, 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 ты прав. Короче, присумуйте его прямо сейчас, типа сейчас спек не важен. Просто убьем эту хуйню. Да, бля, я уже скинул спек вообще любой. Да без спека тут похуй сейчас. Без спека. Босс без спека убивается. Так, малак вылезь пока что, и кто-то торставил тоже. Давайте шкаф поставьте, суманем его по барику. Так, паладин... Кто нам нужен? Лодомир, да, нам нужен? Вот он, Лодомир, все, сейчас эти кину. Бля, нашел, что ли, уже? Конечно. Подробнее, блядь. Все, нашел сейчас. Я, блядь, не целую ссылку, блядь, целую скрин, блядь. Кто ты у нас? У нас ты Квин, да? Да. На, лови. Блять, это же надо шкаф ставить, пацаны, нахуй. Да, 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 шкаф ставьте быстрее. Шкаф стоит уже с амонолью. Ой, я тебя кинул билд, после босса сделал. Тыкните, нахуй. Да, с амонолью уже хапало. Где, блять? С амонолью, садись куда-нибудь, потом сделаешь билд. Хапал, ты же умеешь собирать колчеданы? Да, умею. Хорошо, куда ты скинул ссылку? Я тебе в личку скинул скриншот. Блять, а ты не мог ссылку просто копировать на эту всю хуйню? Зачем, если я ему скриншот билда скинул? Пиздец. Короче, давай потом билд раскидаешь, подойди к звезде, сейчас я закину туда малага, запрыгнешь в звезду и будешь собирать колчеданы. Давайте все, ребята, сбивайте с этого сверху колчеданы. Танки, разъедьтесь по сторонам. Так, давай, что, на тупоте, наверное, пойдем пока что, да? Осадки пуляйте, идите. Все, танки вперед. Во второй осадке кто-нибудь сядьте. Че, ебать, крутишься? Тут фокус нужно сделать. Че, не тянется? Так, давай, загружаюсь. А, ебать, что делаю. Давай, загрузился, кидай. Колчеданы заканчиваются, нахуй. Да, он так и разбил. Так, он, блядь, без меня надо справиться. Да, говорю, он один разбил. Профессионал, профессионал. Бля, подъедь ближе. Подъедь ближе. А, я успел. Тяну, тяну. Так, скорость дам. Сейчас клочи дам. Пока разобью наверху. Потяну.
аккуратно. Так, сейчас если разобью тут рядом, дал скорость еще, блядь, колчу дам. Все, давай. Что сделал будет, кинчи прыгают, ебаные. Ой, ебать, это штаны мне. Ой, ватный, это тоже мне. Кожа, кольчуга, интеллект, хапа, лутай. Ну да, кольчужный тоже можешь лутать. Ну, тринку тоже может полутать, если надо жестко. Непринужден. Так, дынчик, короче. Ты все кольчуга не вырыли. Ничего не вырыли, ну не повезло. Че, стропилу заберем, нет? Не, блядь. Нам нужно факту немного вас приодеть и пойти на Логолона. Мы так по хранителям пройдемся. И потом пойдем этого Логолона. Давайте еще кого-нибудь убьем, что без масса. Но пока камень нет, когда дышится. Какая кара? Сейчас, ждем робота, ждем острокрыл, рейндж наберите, РДДшники. Так, я сейчас топну. Убьем острокрыл, потом пойдем в эти. Приоденем вас немного на хилах и пойдем бить нормального охуенного босса. Потом пойдем пожарного бить. Сейчас посмотрим пожарного, как мы будем бить. Но надо убить его, даже в 3 хила надо будет, думаю. Самоуничтожение кикните. Где ж вообще без билда, сука. На. Не убило. Вот я. Играет все в техников? Сделал билд? Да я в ульду ебал, в тваре стою рядышком. Я не могу пока портануться. 3 минуты дышится камень. Я залечу в Аргримар. Залеплю билд. И с уманете. Так ты же скинул билд. Но. Ты же говорил, что ты скинул билд. Новый-то я не налепил. Новый-то раскидывать только надо, блять. Не надо для этого в Аргримаре быть. Сейчас я все сделаю, подожди. Что ты делаешь? Ой, ты же билд скинул. Символ еще, может, ему надо взять. Ну, может, ему там манускрипт надо. И подойди ближе, Пал. Дай посмотреть. Блин, билд переделать буквально минута, блин. Чем ты там занимаешься? Так блядь, он первый раз играет, что вы это самое? Нет, ну даже если первый раз играешь. Он не играл никогда паладином. Ну у тебя сброшен билд, ну типа делаю его. А я делаю его, расставляю, мне же нужно свернуть, блин, даже... У меня же в дискорде. Для этого люди в окнах играют. Блин, я в окнах не играю, нахуй. Знаю, только в окне. Там есть у него. Так, Эршам, ты ставишь тотем от сил природы, тотем от огня. От льда тоже можешь поставить. А тьмы поставьте главное. А чё вот тут огнём бьёт? Расскажите мне. Да и всё равно у него там тотем бесполезный. То, что он на МП5 поставит, толку нету, как у нас кресты всё равно. То, что он свой... Как он называется? Язык пламени поставит, тоже смысла нету, потому что у меня гнев стоит. Так, на. Все поставлю. Поставь. Так, давайте. Хапал, подходи, рыбу делаю. Кушай.
Класски пить надо будет. 2 минуты. Бля, опять вы со своей метки. Вот что, вы без меток не справляетесь никак? Там тут... пускай хотя бы люди видят примерно, куда отходить. Тут все же были уже. Надеемся, все были. Путаница была, что вот встали в милике возле левой, а там звезда эта стоит. Или челик, допустим, начинает выносить вправо, а он говорит, все, ему кричат звезду, да, звезду, да. И он через весь рейд бежит, ебать. Просто, чтобы такого не было. Что, попал? Ну, наоборот, по идее, это проще, когда. Раскидал билд, все? Да, раскидал сейчас бинды, выложу на панель, быстренько. Третью ауру включай. Третья аура есть, тьма есть, МП-5. Хаски по всем раскидай. Я же должен баф поутягивать, где-то масса экрана. Хаску надо где, что ли, выпью. У нас друида, да, нету, нате вам лапу. Блять, лапка была, алё, ты слепой? Ладно. Уговорил. На себе не видел лапки, ладно. Может и была. Давай, касочки, все бафы раскидывай. Пора. Давай пробую, сейчас буду ладошки потеть. Давай. Так, шаман, услышал, какие ты тотемы ставишь? Поставил уже там все на панели? А, блядь, он там все поставил, и огонь, блядь, и природу. Мы полностью заряжены по готовности пулей. Давай, все готовы. Денчик. Фасочки пропейте тоже. Сейчас, Денчик, будем тестировать 50% крита на, ебать, на фурике. Не подскажет, что хуетень, но рага будет зато. Упал. Так, вылезает сердце. Ебать. Раги нету. Не, рага есть. Заебись. Лови этих утрамбовщиков. Кламоботы слева. Кламоботы, утрамбовы эти, блядь. Там и бумбот идет, бейте его. РД свичните. Хорошо. Так, мели. Так, расставил, если чё, таунтишь я на себя. Давай. Я сейчас вынес. И чаржем вернусь. Поставил. Бабл, поставил. Поискри сыграть. Блять. Войд. Надо было сокру дать. А это, ну ладно. Будем прохилят. Мирами. Съебись, то есть. Раскрою быстрее и хапа выбежал. Осторожно, там 50 нажми. Бабл, только хорошо. Себя. И... не, просто... просто хильте, сейчас хильте. Сейчас никого не проебать не должны. Так, вой. Тучка там есть, ботинки есть, да. Тучки нету, ладно. На танке будет, арсайл заберешь. Геру дайте. Геру и прохиливайте. Валер, если что, помогай там. У
Ну, в принципе, сейчас немного бьет. Ну-ка, ебать, я что-то не вижу присоску, ебать, от лучшего лока на планете. Сейчас Денчика выйдет. Давай, Арсайл, забирай. На Арсайле это. 50 нажми. Этот, Сокру дай. Попал. Хорош. Хильте. Убивайте. Сакс. Грудачок, ебать, сразу. Запястье, ебать. Сейчас оденем, нахуй, чел. Не, у меня запы есть. Он кинжалик может ебать. Куда бьют, ебать, запы есть. Понял. Забираем, ебать. Все подряд забираем, парня. Одеваемся. А зачем тебе запястья? Там хилоски они. А, боешься? Ты забирай, хуля. Поролите, что ли, с ним? Че вы, блядь, Хантеру, ебать, будете отдавать их, что ли? Да мне тоже не надо нихуя. Вон, дай, ну, дай. Пусть кто-нибудь оденет. Да вот они мусорные, честно говоря, на ауке даже 500 голды или даже меньше стоили. Давайте, железных ремонтников сейчас ебеним по пасти. Косты там есть, что им кикаем, которые хилят. Там топ отъебать там. Харши. Все, блядь, подряд нахуй делаем. Так, второго доигрываем. Так, сейчас пойдем в собрание за душем. Полтайм еще шмот. Хорошо. Выходите там с меточек, которые там на полу обоссали вам. Где голема, ебать. Фласку на СПД забыл, блядь. Как так? На ману набрал на СПД. На ману-то, ебать, они дорогие пиздец там, видимо. Денчик, разверни. А, да, встань себе, иди. Вот этих еще лужи ебани, чтобы сейчас троих прям почистили. Или не сможешь? Я смогу. Что там еще хлепало? А? Сальва, наверное, нужна, да? Если... Ну, сальва, ну, по факту нам нужны сейвы, чтобы алголона убить, и там левел немного принабрать. Чтобы полегче было подпиливать. Ремонтников играем? О, ебать, вообще все сагрил. Красавцы. Войско выждать. Забаньте лог. Окуйте через этот, через веерочек, ебать. Сейчас плавку кикнул плавку. Играйте в один тарг. Забаньте большого лог. Элементаля забаньте. Хорош. Ай. Один забанил, другой разбанил. Все нормально. Ну ебать, давайте, бани только малак, ебать, столов почти. Все, понял. Сегодня ты, ебать, отдыхаешь. На фрейе только малак, тогда только банит и все. Чего не пошел? Он, блядь, забанил. Надо пройдеть хилов, я думаю, до 218 где-то. И можно пойти алголону, думаю. Я типа не хочу 2 хила 213-х. Плюс у нас сколько? 3 сейва только. Ну типа 2 имашки и сакра.
Ну, еще и Дим есть. Хорошо, ладно, Дим есть. Сейчас немного приоденемся с хранителей, чтобы убить пожарного и этого. И этого. Как он там, блядь, прекрасный босс называется? Удалон. Три 756, да, это девятая? Кажется, да. Ты тоже хочешь приодеться? Ну, мне как бы... 700, да сейчас надо, блин, я потратил соседний на камушке. Давай, идем. Блин, паузу сделать, я ману попью. Ну, клятву нажал, и бей, мобу гнили. Ленчик, моба сорвал, забери его. Тебя. Ты в одного, видимо, все ЛПшки кидал, а... другого выположил. В лужах не стоим, Рома. Да, хпшку вам забываю давать. Не, по бафам типа все заебись, только лапки нету. И бэров нет. Есть лапка. Ну, именно натуральный. Натуральной лапки нет. Короче, рога через веерочек напулишь. Если что, я тебе скажу, когда у меня есть резы. У нас рога мутик все равно. Так. Дал я себе лапу, дайте себе еду. Форсайт, посыпь рыбу для меня, пожалуйста. Так, давайте, съедайте. Так, ну дайте ему немного времени набить тебя кровью, потом... Не-не, сейчас нормально, рогалик через веерочек на пуле, там нормально будет игры, так... По ЛПшке каждый покидает, сделайте ДБМ, да? Это, может, Арстайл один раз крутанет. Арстайл, и мы сейчас, бля, крутанем, нахуй, вместе с Арстайлом. Летели. Первый черепок играем. Сейчас, я второй собью. Давай. Через один будет, да? Все стали шаманов качать. Я. Зеленку там можешь сдавать, но ты типа, знаешь. Давай, профессионал уже своего дела. Давай уже выводи. Твой. Вода кипнул. Недалеко был. Ебать, Денчик, твой двойный. Снимите щит с этого. Добиваем, закипнул. Давайте играем в среднюю. Когда я скажу, разбежались от лужи, вот этой синей. Если что, пал, держи палец на сокре. Так, руна, разбежались. Выводи. Сейчас руна будет. Сокру, давай. Круся хит. Да, так прожмись. Все, убивайте этого чепушню ебана. Все бурсты прожимай. Истерия даю там. Тебе дай. Я, блядь, меньше тебя бью, если еще уронником. Ты, блядь, под бафом стоишь. Все, красавчик, отошли от Денчика. Кольцо хорошее. Ну, кинжал хуйня, конечно. Ну, сойдет на первое время. Кольцо рогалику. Кольчуга на Эршаму. Ой, на этого. На Ханта или Элемом. Или Энха можно взять. Так, все, хуйня. Пойдем дальше. Ты, бля, прям как в магазине рекламишь на шмотки. Ебать, смотрите, это бис какой-то. Да берите, не пожалеете нахуй. Бля, я просто недавно, блядь, посмотрел видос, видите, блядь, такой угарный там чел на РЛ, это просто. Ебать, без шмотка упала. 500 голды. Ну, на голдран, видите, ходит. На БК своем.
вставай, Дэнч. Ты прокнул? Не, а вы еще орал с его озвучки видосов. Когда он про Вара, про Супервара ебать. Когда он, типа, ему, бля, заливали, типа, брюли, нахуй. Нужно еще бабок, нахуй, не хватит, нахуй. 20 брюлей. Подбегайте на Калагарду. Че, делаешь ставки, выпадет Рини или нет? Калагарда? Нет. Ее нет, а я падаю. Я убрали с лута. Я убрал? Но мы надеемся, что нам сегодня выпадет одна из или любая триня. Да, если выпадет, то бы первый. Я хочу скритом на Вара. Вот. Я могу на Алгалона, типа, по фантом зайти и тринку сполтать. Я могу, блядь, с Алгалона все забрать нам сегодня. На Варе. Столовка, поставь шкаф. Я, кстати, продал вот этот грудак пидорский, который кожаный, с критом и с одной дыркой, которые поняли, да? Суды. За 4000, нормально? Нормально. И вот этот плащ, который, блядь, здесь ваше 100 без сокета, здесь, ну, дух. А, с критом за сколько продал? За полтораху. Тоже нормально. Ну, короче, я одного типу за 2 шмотки, 5000, короче. Вот. Давай. И за 14000 я продал щит, короче. Я в ГБ сейчас закинул. Бля, что он убил, бля, что там, это стойку, что ли, поменял? Одной тычкой, что-то, я думаю, я не наберу столько агро. Тотем, защита природы, поставьте, что тотемов нету. Во, ебать, все тотемы сразу на резиск ставили, красавцы. Так, руку освободили. Че, Слав, ты доволен, что ты поставил два статика в день? Ну, а по-другому как? Он их хочет еще и собрать в один день, если человек. То, что ты поставил, это нужно их еще собрать в один день. Посмотрим, что такая получится. В чем проблема? Посмотрим, какая проблема. Закинь оставили это. В три дня три кары собирать. Ну, две сходят, а одна не сходит. Так, давайте, в руку освободили. Просто мы как-то старались наш второй статик еще как-то, блядь, ну, типа, день подбирать, когда все могут. Поэтому так стабильно сюда и собираемся. А ну, сейчас просто... Ну, так и получается. Один статик собрали, и второй статик собрали, а третий не соберется. Нет, мы собираем, типа, третий. Почему соберется? Так, вторую руку подбейте тоже. Сейчас обезоружим нахуй тело. Кому надо, тот соберется. Вот именно, что если с такой позиции рассматривать, кому надо, тот соберет. То есть, как идите вы нахуй. Вы свой статик сходили. Нет, я не так. Не, ну ты наверное... просто вслушайся, кому надо, тот соберет. Вот вы пошли. Я не так сказал, я сказал, нет, что нет, смотри, нет, руку, сказал, не руку. Сказал, не в том дело. Дело в том, что результат. Ты пошел в кару на фул, а я пошел собирать два пуга хила в ИК. И все. Вот в чем разница. О, кожевка сюда нам. Ну, если ты не хочешь, я сам соберу с Антоном третий статик. Ну, вводи первый, все. Так ты что в итоге предлагаешь? Ты соберешь второй в один день, я соберу первый в другой день, и потом в третий день будете вы третий собирать. Зачем три разных дня, когда можно за два дня закрыть? Идем время и пойдем. Не все могут в один день типа собраться. 20 человек будут на два статика, по-любому в один день. Ну, допустим, я поставил асик. Если с моего статика кого-то не будет, там двоих-трех человек. Ну так что ты превозносишь? Ну, ты статик превозносишь свой. Мы ходим уже с людьми, мы договариваемся все время заранее, кто когда может. И я выбираю день, когда большинство. Ну вот я про то и говорю. Вот я про то и говорю, что важнее, статик или гильдия? 10 человек или 20 лучше сводить? Статик это и есть гильдия. Нет, 10 человек это не гильдия. Можно сводить. Смотри, разница в чем. Можно садить 20 человек или 10, что ты сводишь? 20 или 10, что лучше? Подожди, дай. Я тебя послушал, я поставил. Я не понимаю, о чем сейчас что-то возникаешь, я поставил 20. Так я не возникаю, нет, я хочу, чтобы было понимание того, что это большая разница. Кошарница идет, давайте ее заберем сразу. Пойдем, блять, мы уже ходили. Ты можешь статик водить, просто с людьми поговорить, выбрать день, когда все могут. Да хуя мне говорить с людьми, если нету хилов. С кем мне говорить, если мне солчата надо? У тебя есть хилы. У тебя в первом статике есть хилы. Не видел я там хилов. Где там хилы? Там нету ни одного хила. Не было. Тебя Даша хил и Валера его. У тебя два хила есть. Паладины кинжалы носят?
Плюс у тебя чел, который на Эльме ходит, кстати, да, кстати, Шторм, который придет, у него тоже есть Аршам спер. То, что было на этом КД, я тебе сказал, что типа это не считай, потому что мы собирали, у нас плей на первого статика ходил, типа мы просто с Догом собрали первый же день, Кару и ИК. Поэтому мы первый статик башкой как типа разорвали людей. На этом КД, ебать, все должно быть нормально. Вот для начала надо прийти, собрать две десятки и увидеть, Саша, что они могут. Саша, ты придешь в пятницу на Кару и ИК? Сейчас. Можешь? Ну, в четверг на 25-ка, в пятницу у нас 10-ка. Потому что люди, многие сидят просто, ну, вот тот же вас взять. Много людей там, и Локи, и ДКшка. А нет, у вас какое-то странно. Давайте вот тут побольшечку, ебать, прибегаем. Все, подождите, подождите. А не, ладно, бегите. Ну, лей на кучку. Просто не бегите, а мы вас присуманим. Ну, то что, вообще не... Развивай и пойдем бить. Загробника точно сыграется. Просто смысл в чем в этом? В том, что какие рейды мы дальше будем ходить? 25-ки, правильно? Если ты будешь одевать 10 людей в один день, а остальные будут балыбу сосать. Ну вот представь, да? Ты в пятницу, допустим, решишь второй статик провести. Да, вы пройдете, закроете. Но в 25-ку-то мы идем во сколько человек? В 25, правильно? И логичнее было бы собрать сразу две десятки в один день, в тот же. И то, что вы там договариваетесь, это ну ни о чем не говорит. Если, допустим, в одном рейде нужен будет танк, я зайду на танка. Почему ни о чем не говорит? Это обо всем говорит. Я говорю про то, что мы одеваем людей для чего? Для 25-ки, правильно? Правильно. Так надо, значит, вести две десятки сразу, потому что онлайн на две десятки есть. Так, шкаф, столовка. Я одеваю людей, блядь, тех, кого я знаю, тех, кого я собираю, ну, постоянно. Ну вот. Я их одену. А в 25-ке что получается? В 25-ке получается, ты знаешь только 10 людей, а остальные 15 как бы между ёбаных. Ну, а остальные, ну, это как? Первые статьи, которые, блядь, тоже ходят, и с которыми тоже можно договориться заранее, на какой день поставить РТ, и они придут. И ты собираешь нормальную, стабильную десятку. Сколько я ставил? 4 или 5 раз, сколько бы я ни приходил, вот 4 или 5 раз, сколько я собирал, я искал двух пугов хилов. Мне вот этот прикол не нужен. Ну я типа не любитель собирать пугов. Слава. Слышишь меня, нет? Чё? Перекинули. Я тебе говорю, что... Ты что ставил? Ты про что сейчас говоришь? Я говорю про все десятки у льду, которые я пытался собрать. Я прихожу, нету танков и хилов. Ты приходишь, спонтанно, да, пришел? Такой, ага, давай я попробую собрать. Все стояло в календаре, в смысле попробую собрать. Все стояло в календаре, просто нету хилов. Ты в 25-ке посмотри, какие у нас хилы. Ты хилишь Ладомир и Суф. Три хила основных. Да, остальные два, последние три КД, блять, посмотри, кто хилил. Два эрдруиди, чай на сову спекали, и Квин Мун новый этот друид, там девочка. Валера должен ходить еще. Должен, ну так должен, это должен. А десятки, я говорю, что, можно скомпоновать две десятки сразу стартануть. Лучше две десятки, чтобы в двадцатку, в 25-ку уже пришли люди, и уже с Т4 были. У них в два раза больше будет кусков Т4, чем вы один, ну один рейд ваш сходит, вы там знакомые все, да я понимаю. Я просто энтузиазмом не горю, то есть людей уговаривать, там, искать где-то. Я за то, что раз стоит день для десяток, так надо две их сразу собирать, вот я за что. И это все ну, надо просто прийти. Посмотрим, что это получится. Да, просто, ну, я тебе говорю, не все могут прийти сразу же, блядь, ну. Так и на 25-ку так же. У нас есть 20 человек, которые, это люди, которые типа, ну, уже проверенные, которые давно ходят. Я всех туда и добавил. Ты же понимаешь, что не все 20 придут, ебать. Да, так это понятно. Фишка в том, что придут 25, потому что в льду 25 человек ходят. И можно все равно сделать так, чтобы кто-то на твинка зашел, кто-то на кого-то зашел там. Вот у меня, допустим, ДК танк. При стадеце я сделал. Это уже будет и танк, и хил. А постоянно не хватает хилов и танков. Ну, я понимаю, вы там топ хилов, топ танков все взяли основных. И все, и пошли. А ну, а десятки, ну доберите. А кого? Ну, вот так постоянно типа отмахиваться, ну доберите. А я пугов собирать. Не, я не любитель их собирать просто. Если бы я всю жизнь пугов водил, я бы как бы хуй бы клал. Просто ну надо прийти в пятницу. Берешь нормально одетого
скилла кубами. Да, ну, ты говоришь, просто берешь. Вот возьми, давай ты будешь просто. Давай местами поменяемся. Ты будешь просто пугов вводить, двух хилов пугов. А я буду в твоем рейде. Я набираю нормально, пугов, нормальных одеток. И иду без проблем. Нет, я тоже без проблем. Сколько я привел в гильдию людей, бля, которых просто добирал пугов. Вот сколько я привел. Ну, похуй, деду не считает. Ну, типа, он нормальный был? Он давно ходил, много ходил, типа, да? И он дамажил. Это пул. Я могу, если все посидеть, подумать, я человек 5 начитаю. Это люди, которые были пугами в моем рейде, и я их потом просто переманил в гильдию, ебать. Ну вот, ну и все, и нормально. Что? А... Ну, вот, допустим, у человека, который вот мы взяли в первом статике, он будет ходить, я надеюсь, он будет Элем. Он тоже пуг же, ебать, но он нормальный, он шарит. В чем проблема, не понимаю. Если, нет, если пуг долбоеб, кикнул, поменял, взял другого. Просто я пугов, ну, не любитель водить, вот я о чем говорю. Пуги, уроды, которые, блядь, а есть, просто пишешь 220+. Там не может быть тупого пуга. Потому что он уже закрыл ульдуар, блядь. Как минимум, да, у него что-то разные. Пошли. Но я говорю, я поставил, посмотрим, что получится. Если, блядь, из-за этого, вот то, что я, блядь, просто спонтанно въебал, никого не спросил в пятницу, и я соберу, блядь, половину, блядь, мейнс твоего статика, а половину я буду добирать, не пойми кого, нахуй, я больше этого, типа, ну, критиковать не буду. Не, ну я-то твою позицию понял, ну, судя по тому, что ты дальше продолжаешь говорить. Просто ты хочешь свою десятку со своими людьми водить, и все, и похуй, собирается там вторая в этот день или нет. А я за то, что нужно две десятки стараться в один день. Бля, если я не знаю, Слав, если тебе ты не хочешь, я могу вводить на ханте второй, первую статики в отдельный день. Я договорюсь с людьми, я соберу их. Я не понимаю, я просто не вижу, в чем проблема. Ну, соберешь ты 9 гильдейских, блядь. Ну, не получится. Я про то говорю, про то, что, ты представь, ну, смысл ценности времени и один день пятницу. Вот давай представим, что там один рейд, второй статик стоит. Понимаю, что это удобно, но ты пойми, что, блядь, это 20 человек. Ты можешь не собрать. И у тебя, я тебе говорю, что половина могут просто тупо не прийти. Ебать. Ну, это просто как бы то же самое. Вот у меня и у тебя одинаковые изъяны, одинаковые недостатки. Ты хочешь с проверенными людьми ходить, и я хочу с проверенными людьми ходить. Но в то же время мы как бы соглашаемся, что да, среди пугов есть люди, которые могут там похилить адекватные, да. Но ты говоришь тут же, что вот, да нахуй я надо. Я даже свой статик проверен, я добирал пугов, и в этом нет ничего такого. Ну, так это понятно. Конечно, они же нормально играют. Не говоришь, что они нормально играют, я говорю, просто, что можно добрать нормального пуга. Вот. Можно посмотреть гильдию, можно посмотреть его шмотки, как вот. Он собран. Все сразу правильно. Все правильно, поэтому мы просто в пятницу придем и соберем два рейда. Ты свой соберешь, все, кто у тебя пришли. И если кого-то не хватает, ты соберешь тех, кого знаешь, доберешь. И я соберу рейд, которые оставшиеся люди. И будет там 20 человек. Самое главное, что будет два танца. Если кто-то не придет с моего, я не буду с первого трогать, это точно. Первый есть первый, второй есть второй, пусть привыкает. Так есть помимо первого же еще люди, понимаешь, которые в третий хотят. А третий уже, когда два вот этих закроют рейда, третий уже собирать твинков, кто с первого, со второго играет, у кого есть одетые хорошие твинки. Хорошо, я тебя понял. Посмотрим, что получится, я тебе говорю. Но это... Я не говорю, что это неправильно. Я говорю, ладно, типа, я говорю, если у нас играли бы челики, типа, да, которые 24/7 задроты, ебать. Тут почти вся гильдия, это типа, блядь, работяги, которые в один день могут, в другой день не могут. Да, я знаю, ну да, все работают, у всех. Да, даже ту же 25-ку взять, не каждый раз там тот же и Ладомир там работает, и мораль работает, поэтому, и столовка. Поэтому говорю, я обычно своих ребят спрашиваю просто, во время РТ, говорю, когда примерно вы все можете, ебать. Посчитал примерно, 8-9 человек соберутся в этот день, хорошо, ставим, идем, ебать. Смотри. Один не пришел, ничего страшного. А это я даже никого, вот сейчас я никого не спрашивал, со своего статика, кто придет. Я поставил, посмотрим. По-моему, столовку спрашивали вы этого, Мишу спрашивали. Спрашивали вообще у Билла. Столовку Мишу спрашивали, ну когда там в ДИСе мы сидели. Ладно, все. Не, так смотри, давай развернем так, чтобы тебе было комфортнее. Просто ты ставь день, в который ты хочешь вести свой статик, и в этот же день просто я буду собирать, ну вместе будем собирать. И типа люди, которые с третьего там или с какого, которые в 25-ку ходят, у которых есть желание на 25-ку собираться прогресс, пускай они типа идут в первый, второй. То есть если у тебя, допустим, кого-то не хватает, ты берешь человека, если у меня не хватает, я беру человека. Потому что у меня тоже не все всегда приходят. Потому что я говорю, я когда пересобирал, типа, ну, я старался закинуть людей, те, которые, блядь, очень часто в онлайне.
типа, кто сидит на да, стоянке. Это понятно, что приоритет отдается-то. Ну, сколько мы рейды собираем? Ну, я же не первый раз рейды собираю. Просто я к чему говорю, что, ну, типа, люди, это все понятно, там, одни и те же, типа, кореша. Ну, ты ставь именно в тот, когда ты свой собираешь, вот, второй статик. Тот день, и типа я буду смотреть. Но если я в тот день выходной, то получается просто переигрываем так, что и я в который день могу. Приходите те, кто остались твинки с первого рейда, и уже мы тогда в тот день две десятки делаем. Ладно, ладно, посмотрим, что получится. Окей, я тебя понял. Ладно, там иди, там тебя ждут, наверное. Сами знаете, что делать, когда вам прыгает, там, где рынжу не держать, 12 рынжу там держите. Дайте бафы по нищему вару, пожалуйста. Сколько у нас миликов? 3 милика этот. Пороги тоже. Короче, я к лицу встану, а вы там рейндж 12 напишите. Так, у меня все есть. У меня есть, кажется, все, что хотел. Давайте, пуляем его в пуле. Через веерочек тоже на пульш там нормально. Хэпа остается или в комнату иду? Хэпа остается. Третью ауру включи на хэпале. Тотемы поставьте все, ну, этот, на резист здесь поставьте. Войд, кстати, идет в комнату, не? Не-не, ты и тут стоишь. Диск палить будешь. Так, у нас 5 ебальников здесь, давайте. Я вам сейчас крик на хп обновлю там. Погодите, вы? Обновил, давайте, забегайте. Это было в горах. Так, Растуля, подрубаешь праведное. Где я? Кто, мой повелитель? Зачем еще явились сюда эти чужаки, если... Будем танчить его. Пробуй силой. Налево. Налево. Направо. Ты не просрите, ебать, вот что-то. Зайдите все в комнату, встаньте под стенки. Под стенки. Вы можете вылететь из комнаты. Специально же сказал, народ. Не успеет кастануть нихуя. Что с горюшки? А чтобы сразу знали, то будет опять в 25-ках или где-нибудь. Как спрыгнете, все тотемы в середину поставить. Что-то застанило. Так, вот там рейндж 12 напишите на сайте. И по стеночке бежите, вот сейчас, когда убьете моба, не замерзайте. Надо это нам сегодня. Денчик, беги последним и активируй босса, когда все спрыгнут. Типа не торопитесь, чтобы все спрыгнули. Че, типа все с инженеркой? Денчик босса. У нас ПВПшный, ебать, просто ДКшка, он, блядь, инженер ГВ8. Ой, блядь, отойдите от заряженной хуйни. Все спрыгнули? Все спрыгнули. Давай, Денчик, убегай, босс. Я с тобой постою, Денчик. Вы там рейнджа 12 напишите. ХП вам обновил. Попал назад, что где-то, иди. Давай, Гера. Так, я отбегу. Здесь стрельнули? Ладно, что я нажал.
Да ебать, ты заебешь. Он еще испарировал. Нет, ты видишь, что здесь предел, ебать? Так, все, бегите, я лу... А, нет, не бегите, ладно. Кому нужен лут, оставайтесь. Мне нужен лут. Я думаю, что никто не хочет на хилах играть? Потому что тут работать надо, оказывается. Вот да, ты... кнопки тыкать нужно, прикинь. Ну да, ебать, прикинь, еще наводиться надо, ебать. Это ладошки потеют. Правый глаз смотрит за фреймами рейда, левый смотрит за, блядь, за там, где стоишь. Так, дайте мне плечи, парни. Мне плечи пиздец как нужны. Че, тебе вчера не отдали? Да ебать, там две пары на лока выпали. Ебать, это тоже, видимо. Тринка РПБ. Да, тринка РПБ, ну, у этому человечку на роге. Будет комбаты делать. Давай, Малак, ты банишь сегодня, активируйте Торем, а мы плюс один делаем йога. Мы-то ходим в арену. Какая арена, бля? Ну, подожди, нам тут еще двух хранителей, два ХМа, Алгалона и еще два ХМа. Нам бы сейчас на пожарном не встрять, потому что нам нужен пожарный. Пожарный это будет, да. Так, после этого, наверное, пойдем убьем дракона, если я золотая, это девятая, и пойдем пожарника делать. Да. Не убьем, мы же уже убивали пожарника. Ауру, видишь, так, давайте, Малак, ты банишь вот эту хуетень. Давай, ты спеши. Затаунти этого клеточника. Не надо, не надо, просто бан дали и все, отвел. Ну отведи к нам. Чё ебать? Дальше, вот, дальше, уходи. Ну не вопрос твои свои тактики, ебать, давай это. Забанили, просто отвели и убили хуйню. Ой, видишь, Педик нахуй семечки раскидал на локе. Чё ты, блядь, обзываешься, ну? Я случайно. Надо нормальный спек, потому что спек отстаться. В смысле, блядь? Хаос болт сила. Нестабилка говно, я тебе говорю. Да, да, блядь, сила, ну. Когда мама, пока мама носила, блядь. Ну если сейчас жезл упадет, то ебать будет хуетень. Просто хуетень. Мне пиздец жезл нужен с этого босса, он, блядь, падает. Когда я на варе. Я на мага так и не выбил, сколько не ходил. Не, я выбил, мне Максон дал на первое время. Пойдем наверх. Сейчас опять забаните леточника. И отведешь к нам. Бля, сейчас осторожно, подождите. От Фрея отойдут. А, блядь, нахуй брок. Давайте. Баните, пойди, все нормально. Отводи. Венчик, отводи. Через дверочек на пуливай. Ты вообще агонию кидаешь? Ладно, сам посмотрю, блядь, пока у тебя спрошу. Бля, мне сегменты чистятся, ебал в рот.
Или зона гроза. Тебя разменяли на босс. Ну, нормальные рецепты падают. Сюда. Шапка, кстати, прикольная на танке. Кольцо хорошее на хила. Дайте хп, у него там вообще второе пвпшное. Типа, у него прям хуёвое кольцо, честно говоря. Ну, типа, вот такое вот, парня. Дайте хп кольцо. Без обид. Так, если чё, смотрите, портуйтесь аккуратно. Идет кошатница. Давайте, А, можем кошатницу тоже ебануть. Давайте кошатницу туда вот опять. Она долгая же, ёшкина. Она долгая, ебать, мы сейчас все захуярим на. Там... А мы уже сюда портанулись. Ладно, давайте, кузень, чекаемся. Сейчас выбиваем РДДшником тринку, ебать, весело. Помойка, нахуй. Да, ебать, тебя, бля, никто не спрашивал, тебе помойка, и дает, нахуй. Стопудово упадет, стопудово, потому что я не на РДД. Она 100% упадет, потому что мало гона. Давайте, хлепайте быстрее. Ходи, я ребафу. И меня, ну. Кто там далеко бегает? Ну-ка, подбегите. Малак, подбеги, бафнемся. Так, бафаемся, лапку даю вам. Давайте, обновляйте бафы и давайте, сейчас убьем эту хуйню. И пойдете одевать свой красивый шмот. Ой, дай просто бафну. Что, наворовали, ебать, сегодня? Пойдете одевать. Я до сих пор не видел плечей на шамана вара-охотников. Вот вообще ни разу не видел за все рейды Ульдора. Не, ну я видел навара, но я их не лутал. Ну типа, в десятке нет, не видел, а в 25-ке я видел. Но мне не давали. Я, блин, и не там, и не там не видел. Запускайте, чё вы, блин? Ну, блядь, я не знаю, чё, блядь. Встали такие в круге, блядь, смотри. Давайте не обокрёмся, пацаны. Может, он сам запустится, хуй знает. Сейчас, бля, покливаем немного. Да, Денчик, можешь даже на больше отходить. Мы сейчас пойдем одевать шмот пчёло, который наворовали, чтобы уголовно нормально убить. Чтобы СПД под бафы там. Там он хэпал надо убивает. Было в одного хила там, блядь. Да и так, ДПС хватает. Да и у наших хилов вообще есть офспеки? Есть. Только шмот они... Ну, офспек называется, когда и шмот есть, и спек есть. Не, ну у меня Элем, он в принципе и в хилос на шмоте нормально себя чувствует. Ну да, я помню, как с нулем меткости бил. Ну, с нормальной кости. С ноль меткости спекнули Велема шаману, чтоб он кикал на этом. На 9 хм косты. Ебать, чего было в ноль меткости с кайфом. Активируйте сразу вторую щит. Пускайте босс. Так, Валера, получается, побьешь ты, ты у нас будешь сегодня веселый человек. Или Войд, кто будет бить на Алгалоне? Да я могу побить. А чё, 1% не успели, да? 1%. Я могу побить, если кто-то будет помогать, чисто пару тычек в каждую звезду давать. Ну тогда Эйфорина будет бить, а ты будешь мультидотать. Вот без разницы, вы оба свой сам, и оба, по идее, плюс-минус знаете, что делать. Я просто на варе их не побью никак, но я бы побил бы с удовольствием, типа. Да вон тот же Малак с чудо-творожком на каждую из меток просто попорче пускай откидывают, и все, я их один покидаю. Ну, чудо-творожок может кидать, потому что он афлик, а, бля, Дестрик пусть босса дамажит, стоит. Туннеле. Ну да.
Ну или чисто испепеление можно одно пустить. Я думаю, вам хватит. И Фарина, и ты подкинешь доту. Ну, посмотрим, я тут не был, когда его порезали. Сколько там у него ХП уже лямы? Ну, там ебать, там 100 тысяч у сверок, типа. Там, блядь, они лопаются, пиздец. Сейчас вторая активируется, кидайте ее. Сейчас босс сразу спустится. Не будет, блядь, сукаться с нами нахуй. Давайте. Столовки Триню-то не выбили? А? Триню не выбили столовки? Не-не-не, он скоро нафармит ее с острова. Завтра уже квесты выполню, и все будет Триня. И у нас будет, блядь, машина, а не танк, нахуй. Штука, а когда тебя Тринька будет? Завтра уже все, завтра вот квесты пройду, и должна уже быть Триня. 250 должно у меня быть уже. 250? Блядь, 250 этих нахуй значков, Андрюша, блядь, не задрачивай нахуй, я пытаюсь тут, блядь, ну что-то сделать. Ну, бля, рогалик ГЦ, а, ну, остальные, ладно. Кольчуга, вроде, 240. Шамани, да. На шамани, пожалуйста, кольчуга берите.